Братики-бладистанцы. Ну что, подзавозим контентище, как говорится. Сделаем топовую грязь. Контейнеры. Еще раз контейнеры. Да, друзья. Сегодня мы будем открывать мистические контейнеры. Это все дело происходит на стриме, опять же. И зрители поставили лайки, зрители получают контент. Вот. И сегодня мы будем открывать этих мистиков очень много. Опять же, я скуплю их все. Потому что предыдущий раз я открывал эти мистические контейнеры. Мне выпал... Причем, чтобы вы понимали, мне в прямом смысле картоха поводила пенисом по губам. Потому что единственный танчик, который мне выпал, это Sentinel. Это гребаный писка-танк, ты понимаешь? Вот этим предметом мне поводили по губам, когда я открывал контейнеры. Открывал их очень много и не получил ни хрена. Абсолютно ни хрена, чуваки. Вот абсолютно ни хрена. Поэтому давайте в этот раз призовем максимально призовем удачи и сделаем красиво. Погнали, мистические контейнеры. Так, покупаем 500. Вообще, изи, легчайшее. Могу себе позволить. Давай, ради контента, ради роднулечек моих, ради моих зрителей. Давай, все закупаем. За бабло, базару нет. Продаю почку. Все что угодно, но контейнеры покупаем. Так, покупаем еще. Давай, авторизировать. Авторизировали полностью. Смотрите, просто чтобы вы понимали, в моменте, братики, родные мои, родненькие, роднулечки мои. Просто в моменте, сейчас я скупил вообще все, просто вот вообще все, нахрен я туда пролистал, господи, блин, что я делаю, зачем я туда пролистал, никто не знает, я не знаю. Блин, что за прикол, алло, а где контейнеры, бля? Где гребаные контейнеры, как показать, что я все скупил? Ну вы видели, да? Вы видели, что я все скупил, получается. Я просто не понимаю, я как децепоид. Кручу туда, кручу сюда. Просто они, я их скупил, они пропали, все понял. Хорошо, скупил вообще все контейнеры. За голду, за лаве, за кашу манную, за жизнь туманную. За себя и за Сашку, соответственно. Так, контейнеры, 47 штук. Ёб твою мать, ого. А чё их так много накупил? А нахрена я их так дохрена закупил? Это я потратил сколько? 10 тысяч голды и 1000 плюс рубасов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 47 штук. Как вы помните, предыдущий раз, друзья мои, я открывал овер дохера этих контейнеров. Мне не выпало ни хера. Абсолютно. Ноль. Зеро. Полное ничего. Просто без шансов. Ни хера не выпало, ни хера не было. И это было очень обидно. Жопа горела просто максимально. Максимально жопа горела. Поэтому я надеюсь, что в этот раз картоха все-таки, хоть что-то, вот немножечко, хотя бы чуть-чуть. Но даст мне. Давай, погнали. Первый контейнер. Ну чё, собака сутулая, хоть что-то. 4000 свободного опыта. Бля, ну я так понимаю, что вот это единственное, что я увижу. Мне кажется, что мне не выпадет даже ни одного сертификата, если честно. 75 тысяч кредитов. Погнали. Мне кажется, что мне не выпадет даже ни одного... О, 1500 золота! Слушай. Не, ну, если... Вот я, получается, 10 золота потратил, да? Вот полторушечка капнула. Это мы записываем сразу же для того, чтобы подбить потом итоги. 10 же я потратил, да? Правильно, чат? Я 10 потратил. Так, вот полторушечка. Ладно, полторушечка нормально. Так, не, это реально неплохо. Для этих контейнеров это неплохо. 100к кредитов, но это можете себе анус этим подтереть. Давай, картошка, бля. Ты прошлый раз просто раздела меня догола. Не вздумай. Не вздумай меня заскамить в этот раз, картофанище. Ну, видишь, меня сыпет просто гребаный свободный опыт. Дядя, просто гребаный свободный. Ох, сюда. 5к. Сюда. Слушайте. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, нет. Но это очень неплохо. Ну, нормальный таки вариант, ребятушки. Ребятушки, мы это джой-казино, бля, вонючая минская, выносим. Выносим. Выносим минскую смешнявку, ребят. Уже 6,5к. Слушайте, не, ну, пятера это нормально. Если так чисто посудить, из того, что я открывал раньше, я вам честно по секрету расскажу, друзья мои, этот вонючий скам, вот, разводит меня просто, бля, просто, пацаны, разводит в нуля. Я даже... без стрима и без видоса
открывал эти контейнеры. Тоже ноль, вообще зиро. То есть впервые за все время, что я открываю эти контейнеры, мне выпало 5000. Это прям неплохо. После полторушечки это неплохо. Но это уже что-то. 6500 это уже что-то. То есть я десятку потратил. И как бы, ну я просто еще реальное ЛВ тратил. Ну ладно. Короче, погнали. Давай. Еще 100. Ну блин, все равно записываем. Мелочь, как говорится. Но лучше так, чем, допустим, какая-то там серебро или еще какое-то говно. Так, 39 кейсов. Давай. 500. Слушай, ну сыпет. По чуть-чуть, помаленечку, потихонечку, ребят. Набиваем карманы. Давай! Еще! Ну, один день према. Не, ну, динь-динь-динь опять будет сыпать мне, да, я понимаю. Я правильно понимаю? Мне просто будет этот гребаный динь-динь-динь сыпать. Вася, ну давай! 500. Васек, 500 золота, это, конечно... Не, ну, слушай, если такими темпами оно будет сыпать, то я, в принципе, окуплю то, что я именно по золоту, понял? То, что именно я по золоту сюда залил. Динь-динь према. Еще 35 контов у меня. Хотя бы один сертификат на танк! 100 золота, да, вот так вот, значит, все понятно, бан, бля, все понятно, вам бан, здрасте, вам бан. Не, ну такими темпами я должен, по идее, ребят, окупать именно золото, которое я вложил, по идее, реально должен. 2к. Но, бля, ну вот мистические сертификаты вообще не сыпят, вообще ноль, просто зиро. Вот они мне не сыпят. Да, сертификатик, хорошо, хотя бы один, ара. Я понимаю, что мне выпадет с него прям-то 5-го левела. 5-го левела 100% там выпадет премчик, ну это гадалки не ходи, но все-таки, это уже что-то, это уже не так обидно будет, ребят, 200 золота, ну это... 200 золота, это, конечно, добрый день, до свидания. Еще 30 контейнеров. Так, сколько это? За 17 контейнеров мне выпало, в принципе, более-менее. Я вам хочу сказать, мне выпало очень даже более-менее. 7500, 7... сколько? Ну, неплохо. Реально неплохо. Практически 8000 золота. За 17 контейнеров и один сертификат, из которого мне выпадут передние зубы, это очевидно, ну ладно. Так, свободный опыт. Бля, еще 30. Давай! 50. Бля, почему не 50 тысяч золота? Ну, 50 тысяч золота не может выпасть. Может выпасть 100, но... Ну, давай, пожалуйста! Еще сертификатик! 100 золота. Где еще 3 нуля, бля? Где еще 3 нуля, мать твою? 3 нолика, где? Где мои еще 3 нуля? Алло! Варгарнинг! 3 нуля сюда! Ну, желательно, чтобы перед ними тоже что-то было. Бля! Как же хочется сертификат. Собака, дай еще сертификат! Еще! 100 золота. Ну, дерьмово. Что я могу сказать? Дерьмово. Давай, картофан! Ну! 14 дней према. Ну, 14 дней према это как бы неплохо, если у тебя вообще нет премиум аккаунта, да? И ты пришел сюда за премиум аккаунта каким-то хером, блядь. Зачем он тебе нужен? Не понимаю. 100 золота. Ну, блин, пацаны. Пока печально все. Пока все печально. 23 конта. Пожалуйста, еще сертификатик мистический. Хотя бы один. Больше не надо. Просто еще один. Один еще. Чтобы с одного выпал премтанк 5 уровня, с другого премтанк 6 уровня. Я готов. Я морально настроен. Давай! Вася сюда! Вася! Еще один мистический сертификат. Эй, дара! С первого выпадает прям 5 уровня, со второго прям 6 уровня. Как договаривались, ребят. Еще 21 контейнер. Давай, малой. Давай, сып, не жалей. Лей, не жалей. 100 тысяч серебра, это оставь себе на чай. Еще один мистик. Еще один мистический сертификат, если выпадет, вообще будет шикарно. Просто будет охеренно. 4000. Давай, 18 контов. Давай, еще один. Ну! 50к серы, бля! Давай! Да! Охренеть! Вот это не слабо, уже третий! Вот это не слабо! Вот это, пацаны, уже хорошо пошло! Так, это уже премтанк 7 левела, скорее всего. Бля, чатик, уже третий! Давай, еще 16 контейнеров! Еще один сертификат дашь, это будет разрыв! Это просто будет разрыв, нахрен! Еще один сертификат даешь, это просто будет гребаный разрывище. Это просто будет гребаный разрыв. Полторы сюда.
Нет, неплохо. Вот этот контейнер сейчас окупил там целую пачку, понял? Не, ну это неплохо. Чат. Чат, это неплохо. Это неплохо. Еще 14. Пожалуйста, еще один сертификат мистический. Еще один сертификат мистический. Ван! 2К. Бля, 13 контов осталось. 13 контов. Слушай, по голде я уже окупился. По голде базару зиро я окупился. По голде я окупился. Пожалуйста, еще один. Просто еще один сертификат дай. Это просто будет. Это будет вообще разнос, Вася. Это просто будет разнос казино. Это просто будет разнос казино. Пожалуйста, дай еще один сертификат, я тебя умоляю. Еще сотка, Вась, еще сотка, ёб твою мать. Просто по мелочи, конечно, золото насыпало. Давай еще один сертификат, пожалуйста. 500 золота, ёб твою мать. 500 золота, чат. Сертификатик, сюда, 9 контов, давай, ну! 4К, дерьмово. Бля, 4К это, пацаны, 4К... Блин, еще 8 контов. Еще бы один сертификат, это было бы идеально. Ну это просто, это по факту был бы разнос, чуваки. 3 мистических сертификата и золото я потом подсчитаю, но тут уже прям нормальненько так. Если честно, тут уже прям неплохо. Честно, тут уже неплохо, чат. Ну давай, роднулечка моя, давай! 100 золота, сука. 100 золота. Мистический сертификатик, я призываю тебя! 200 золота, сука! Нужно больше золота! Еще шесть, давай! Бля, ну да, ну с 5 точно не выпадет. С 5 точно, когда остается мало контейнеров, никогда не выпадает ничего. Да, тут уже все, тут уже губу можно подзакатать, чат. Ну, 3 контейнера неплохо. Премтанк 5 уровня, премтанк 6 уровня и премтанк 7 уровня. Чекайте. Еще 3. Ну давай, пожалуйста. Да! Разнос! Просто разнос нахрен минского казино! Да! Просто в ноль! Разнос! Сука! За все мои боли, страдания с этими мистическими контейнерами. Наконец-то, Вася! Да! Сюда, разнос! Оу, щит, мэн! Хорошо! Вот это контент пошел. Ребят, нет, ну за такой разнос минского казино 100% лайк! Прямо сейчас ставим лайк. 100% прямо сейчас. Вот это самый тот момент, когда надо прожать лайк. Чуваки, 4. Просто 4 гребаных мистических сертификата. 4, Васек, 4, бля. Вы понимаете это или нет, чат? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прожмите, пожалуйста, лайк прямо сейчас. И подписочку оформляем на канал. И оставляем комментарий. Обязательно, для того, чтобы увидеть такие эпические опен-кейсы еще. 4 сертификата, Васек, 4. Это такой разнос. Это просто разносище. В нуля! Просто разнос казино в нуля! Ну и теперь, пацаны, достаем по КД премтанки 5 левела, я правильно понимаю? Так, давайте сейчас я подсчитаю, сколько я золота вынес отсюда, да? Так, братва, что у нас по итогу получается? Несложными математическими вычислениями, так сказать. 10 800 голды мы подняли. 10 800 голды. 10 800 голды, дядь. Голду окупили, с этим все хорошо. Грубо говоря, то, что мы купили за реальное бабло, мы получили 4 мистических сертификата. И теперь погнали. Самое интересное. Первый сертификат пошел. Акционка 10 уровня. Сюда! Еба! 10! Хорошо! Вася, хорошо! Вась, это 7500 голды, если продать. И, возможно, это имба, я честно не знаю. Я честно не шарю, как 260 чувствует себя здесь. Чувствует он себя в больших танках очень неплохо. Очень мне нравится в больших танках эта машина. Но это плюс 7500 голды. Это плюс 7500 голды, десяточка, да! Это полное уничтожение. Полная аннигиляция. Полный попуск, полный вынос минского казино. Я отыгрался вообще за все. Просто отыгрался за все. Акционочка, чуваки. 7500 голды. Ребят, вот сейчас очень важно. Очень важно, чтобы вы написали прямо сейчас в комментариях, как он здесь себя чувствует в World of Tanks Blitz. Но единственное, что я знаю,
Ну, он стоит, если его продавать, он стоит 7500. Если его продавать, он стоит 7500. То есть мы в охренительном плюсе уже. Мы в очень неплохом плюсе. В очень неплохом плюсе. Чуваки, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он себя чувствует. Вот. Обязательно. Как он себя чувствует. Если танк говно, вы знаете, какая судьба его ждет. Вы пишите в комментариях, Бладян, там, танк говнище. Поздравляю, у тебя плюс 7500 голды. Это просто охренительно, чуваки. Просто охренительно. Мы в плюсе. Мы в плюсе, Вася. Это замечательно. Но у нас еще есть 3 сертификата. Погнали! Еще десяточку! На похуй! Давай! Фьюри, ну да, видишь, все. Тебе сильно тебе картошка не даст. Это херня, по сути. Фьюрик, можете написать обязательно в комментариях по поводу каждого танка, который мне будет выпадать, потому что, ну, вы знаете, типа, инфы у меня не так много. Инфы у меня не так много. По поводу Блица, что я не изучаю вопрос, но комментарии ваши перечитываю. То есть Фьюри, как это, ребят? В танчиках больших он, в принципе, нормальная машина 6 левела. Ну, здесь я не знаю, честно. Без понятия, чуваки. Без понятия. Ну ладно, 6 левела. Сейчас будет 5, скорее всего, да? Пожалуйста, мне еще одну десяточку, я буду в ахере. 8 уровень, Панзер 58, средний танк. Панзер 58, но это тот же самый... Ну, короче, в танках он тоже есть больших, да? Ну, 8 левела, но мне кажется, он говно, ребят. Честно, не знаю. Ваше мнение жду в комментариях. Ваше мнение жду в комментариях, ребят, по этому поводу. И еще один. Давай, 10 левел, ну, пожалуйста! Сука. Ай, Брит Пантера, ну это кусок говна. Брит Пантера это кусок говна, чуваки. Ну короче, в принципе, слушай, по голде мы окупились. Еще достали 260-й, акционочку 10 левела. В любом случае, это плюс 7500 голды, это очень неплохо. Это очень неплохо. Прям очень. Поэтому за такой вынос минского казино ставьте лайк. 4 мистических сертификата. 10 800 голды. Бля, это было охренительно. Наконец-то я окупился. Наконец-то я, мать твою, окупился, чуваки. По-братски, вынесите этот ролик лайком. Напишите ваш комментарий. И оформляйте подписочку на канал. Спасибо за просмотр.